Добрый вечер. Сегодня я рад представить вашему вниманию исключительно редкую вещь, и не только в наших краях. Это коронованный англичанин Джордж Джонсон. Приехала эта бритва ко мне вчера. Я ее выставил на продажу. Годов выпуска 830-850. Бритва в использовании не было. Я ее затачивал впервые. Судя по запаху, по характерному, где-то находилась, по всему видать, у какой-то прабабушки. Потому что лежала тихонько, ждала своего часа. Состояние просто умопомрачительное. Все, что сделал я, это навел лоск на рукоять. И тут была небольшая трещинка. Ну, как правило, в роговых ручках это не редкость. Я ее спецклейком залил и заполировал. Вот такая сабля. 80 мм в длину клинок. Спинка 6 мм. Ну, практически клин, там, наверное, четверть выборки, если есть, то хорошо. 6/8. Очень тяжелая. Вот так вот, если видно, Джонсон с короной. Заточилась изумительно. Я думаю, брить должна не хуже. Ну да. Приятно, когда ожидания оправдываются. А еще приятнее, когда перевершуются сподівання. Очень, очень и очень хорошо. Французам как минимум не уступает.
Солидно. Чувствуется в руке вещь такая добротная. А еще чуть-чуть не по теме. Буквально пару дней назад я с ужасом для себя открыл, что у меня аллергия на барсука, на вот такого. Я, честно говоря, в шоке. При прочих равных, при использовании вот этого помазочка, имеет место быть раздражение, которое пропадает после нанесения лосьона после дня. Вообще странная вещь. Второй у меня есть спокарик. Вот такой. Это искусственный кабан. Вернее, как искусственный ворс под кабана. С ним проблем нет. Ну, по омеге уже говорю я. Все давно уже сказано. Кстати, я чего-то думал. Кабан будет гораздо более грубый, жесткий. Я, конечно, все по-правильному. Когда он был новый, перед использованием взял на него пену, подержал в горячей воде, сбил пену и оставил на 12 часов. Но все равно мягкий был даже на пробных таких заездах. Классный. Работает в лучших традициях жанра. Брился, что не брился. В плане ощущений на коже. По сухому, по тундре, как угодно. Мчится скорый в Воркута, Ленинград.
обращаться сразу вот это. Дополнительное внимание уделим самому нашему сложному моменту, чтобы все было сразу гладенько. Заточки, конечно, очень порадовала бритва. Как-то так оно сразу чувствуется. Оно и выглядит даже по-рейски видно, как рисочка укладывается, как в кроватку. Ровненько. Работает изумительно. Вероятно, до этого просто мне попадались недостойные англичане. Первая бритва из английских, которая изменила суждение, была, естественно, Cast Steel, безымянная, назовем ее так, потому что в то время, когда она выпустилась, еще производители не указывались на Эрли, уже очень старая. И вот это второй случай, когда радует. Ну, я приоткрою секрет небольшой. Вместе с этой я удалось мне вырвать из лап империализма, империалистов, еще одного Джонсона. Но его мы будем пробовать следующим. Ну, того я не мог просто от себя отпустить, он останется у меня в коллекции. Пока, по крайней мере. У второго там, поскольку рукоять роговая, она расслоилась вдоль. Ну, я ее как бы подклеил на этом все. Но состояние полотна такое же минтовое, как и здесь. Я уже начал что-то, по-моему, второй раз вдолить. Забываю обо всем. А почему? Потому что бесследно все проходит.
Как говорит мой товарищ, это бритва на всю жизнь. Очень, конечно, солидная штука. Я искренне рад возможности такой попробовать подобные вещи. Хотя еще совсем недавно даже мечтать о таком не мог. Поэтому, друзья мои, главное – это желание и стремление, воля к победе. И все будет абсолютно достижимо. После такого бритья она сможет спросить: «Вот ты что такой старый, а у тебя волосы на лице не растут?» Исключительно бритья. Ни одного не осталось. После каждого бритья в обязательном порядке правьте бритву на ремне. Тогда она будет сухая и комфортная. Thank you.
просто изумительно. Лучше и быть не может. Но обязательно будет. Тихо. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. Приятного вечера и пока.